интересное было начало с обсуждением. Теперь наша задача. О, у нас уже изменилась обложечка. Да, именно такая обложечка на самом деле и есть. Не ту обложку загрузили. Именно такая обложечка и есть в... На площадке разговор. Хэппи. Здесь есть Хэппи 2005 года во Владивостоке. Исполнитель в реп не лезу. Ну его нахуй. Там Бэби Мэл. База, бро, база. Отлично, отлично. Очень хорошо написал. Produced by TY Beats UK. Агард. Разговор. Это мой первый сингл спустя полгода. Ок. Как артист, который любит экспериментировать, я решил попробовать передать атмосферу и эмоции во время ссоры в отношениях. Первый куплет — это попытка разговора. Бридж — это разговор, перетекающий в ссору. Второй куплет — это ссора. Вот, да, логика у человека есть. Припев — это опустошение после ссоры. Хорошо ли у меня получилось это передать, судить не мне. А пока флом быстро тараторит био этого трека, хотел сказать отдельное спасибо Натали Агард за превосходный вокал на заднем фоне. Саргу. Эконом Даун за то, что свел трек. Ксюши за прекрасную обложку. Мы вывели 40 литров воды на асфальте, потому что ближайший тоже на деле должен был через 2 дня жрать синоптиком. Не успели. Последняя версия здесь. Отлично, бро, спасибо тебе большое. Четко ты все увидел, да, четко ты все прочитал. Это у нас что? Это у нас... Да, это у нас просто трек, поэтому это мы не смотрим и не слушаем. Что еще написано у нас здесь дополнительно? Читает как книгу, да? Красавчик, бро, это хорошо. Так, ничего, да? А, есть что-то. Разговор. Жду 6 баллов по харизме за сведение. По харизме за сведение 6 баллов он ждет. Ну посмотрим, бро. Посмотрим, что в действительности ты тут нам напел. В хип-хоп ты в реп лезть не хочешь, да? Ок. Слушай внимательно. Сколько ты в целом делаешь музыку? А, это да, конечно, Хэппи. Я помню твои облоги, бро. Я помню твои дерзейшие облоги на самом деле. Да-да-да. И Nine Miles Diss. Все помню я вот это. Damn it, бро. Смотрим. Сингл «Разговор». Погнали. Похуй сведения в этом треке, бро. Надо 6 поставить. Неплохо. Ну да, нам дают грусти нормально. Уже сразу, да, нас замедляют динамику, нам говорят, воу-воу, охладите. Если нам трудно держать все, давай поговорим. Мы тонули с тобой оба, я не вышел тут сухим. И это все не понарошку, видишь, как же мы горим. За себя сбиваю с толку, говорят, что я один. Но это все, что я сейчас чувствую. Feeling that I'm losing. Может, ты не понимаешь, bind doing shit I use. Может, что-то изменилось, может, дело во мне снова. Но забыл момент, когда потратил веру в твои слова. Словно еще пройдет, и я тебя забуду. Это самобичевание становится мне другом. Друг друга избегание, со стороны как здание. Где нет таком дверей, мы с тобой бежим по кругу. Я снова закурю, чтобы забыть все наши муки. Снова не пойму, почему жду, что скажут люди. Меня не поймут родители, давно сбыся с пути. Мы не любим и любители, ебать все мозги. Если тебя любит Бог, значит рядом есть дьявол. Я сделал еще вдох твоей духи, моя трава. Тут как будто хотелось эмоционального. Тут гаебучих ссор, просто разговора мало. Ты не мой партнер, пойми, ты просто моя дама. Еще один патрон, и наша жизнь будет как драма. Нахуй ты рушишь мой покой, ведь я могу идти. Но сука, знаешь, что к нам с тобой еще вернется карма. Схватил свою гордыню, признайся, что ты не права. Тупая некрасива, в этом есть твоя вина. И это мнение подруг, то прям сейчас лишь ты и я. И на полу лежат бутылки от разлитого вина. Бесовали свои ебки. Я кричу, я перегнул. Я устал от всех скандалов, обыслушивать хуйню. Неужели тебе мало всего, что я тебе даю? Когда ты меня потеряешь, понимаешь, как сильно я люблю. Всю эту грязюк я превращаю в почву. Между нами связь потеряна, отдам я Господь. Ничего больше не держит, если будет сегодня ночь. Это огонь в моих глазах, когда растаяла подошва. Камни сделают мне боль, но слова не могут. Я все тебя накрачу, у меня на деле бог. Знаешь ли отпустить, но отпускай понемногу. И сам себя наебу, я все еще помню. Видишь, да, как сильно я схожу с ума. Фух. Смотря в зеркало, поверь, я больше не узнаю себя. Можно выдохнуть. Херон Вотера немножечко чувствуется, да. Пайпец Херон Вотера есть. И аутро, да, то есть ты натараторил тут у нас до сумасшествия, да, с нереальной скоростью. И аутро у нас длинное. Это не трек, он просто эмоции монотонно высказал. Да, именно этого я и жду сказать, бро, после завершения трека.
Вот тот настрой, который ты даешь, да, у нас в интрухе, да, очень долгий. Вот в аутро, когда ты нас выпускаешь, тут у нас прям такая история, где ты с бокалом уходишь с вечеринки, да. Такой, короче, смокинг, да. С одной стороны, ты уходишь с вечеринки и такой... Это конец, детка. Такой Артур Пирожков, короче, знаешь, на серьезных щах. Артур Пирожков у нас уходит, да, вот аутро про это. А весь трек у нас просто про то, что... Если нам трудно дышать, давай поговорим, мы потонули с тобой, я не вышел тут сухим, это все не понарошку, видишь, как ты мне говоришь, я устал от всех скандалов и выслушивать хуйню. Да. Проблема этого трека в том, что это не трек. Это правда, как вот написали в чате, я именно это и хотел сказать, вот ждал, пока закончится трек, не хотел перебивать накал драмы. Это просто, вот как ты говоришь, ты попытался вылить, да? Ты попытался просто вылить эмоции. Любит экспериментировать, решил попробовать передать атмосферу эмоций во время ссоры в отношениях. Это прикольно. То есть ты решил передать в чистом виде живой накал, да? Живой свой накал. И как бы тут ты нас не прокатил на горках, да? Мы не покатались с тобой, бро, на горках. Вот в чем проблема. Не покатались на горках эмоций. Ты нас просто вот взял, да, и проволочил за ногу, да, по дороге. Вот какой-то от отрезка А до отрезка Б. А потом резко бросил, да, и началось аутро. Мы такие, блядь, что это было? Вот немного так. Сказать, что я что-то запомнил или смог понять текст? Нет. Азбука Морзе, короче, вообще прям очень-очень-очень серьезный напор со сбиванием дикции. Тебе некомфортно такая скорость, абсолютно, да, вот ты был прав по поводу харизмы, наверное, близко к 6, если не 5. Потому что ты стараешься давить, но в целом скорость тебе некомфортная, и поэтому получается такое. По тексту вроде нормально, если как бы, ну... умудряться понять, что происходит, да, мы все, что я сейчас чувствую, фильм, да, там, лузин, я тебя теряю, забыл момент, когда потратил веру в твои слова, слово еще пройдет, я тебя забуду, самобичевание становится мне другом, друг друга избегание со стороны, как знание, где нет, так он верим, с тобой ближе, снова загуришь, наши муки, не помню, снова же скажут, люди не... Меня не поймут родители, давно сбился с пути. Мы не любим, мы любители, ебать себе мозги. Ну, красивая же строчка, ну, реально. Если чувственно ее сделать, будет весьма неплохо. Я снова закурю, чтобы забыть все наши муки. Снова не пойму, почему важно, что скажут люди. Меня не поймут родители. Тут, да, вот оно, бам-бам, закурю, не пойму. Давно сбился с пути. Мы не любим, мы любители. Родители, любители. Понимаешь, типа, вот оно, давно сбился с пути. Ебать себе мозги. Какие-то около полнострочные даже. Меня не поймут родители, мы не любим, мы любители. Давно сбился с пути, ебать себе мозги. Такой, да, короче, очень ритмичный ты. Но есть ли это в треке? Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Любители курить, да, 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 вот тут. Если тебя любит Бог, значит рядом есть дьявол. Неплохо, бро, неплохо. Я сделаю еще вдох. Если тебя любит Бог, я сделаю еще вдох. Твои духи моя отрава. Да, на созвучиях, понимаешь, где вся эта красота и палитра? Ты очень неплохой текст сделал. Поймай меня врасплох, вот оно все, да, любит Бог, еще вдох меня врасплох, ты увидишь мои травмы, отрава, травмы, дьявол, на созвучиях идешь, вообще жестко. Врасплох, сколько ебучих ссор, просто разговора мало. Ты не мой партнер, пойми, ты просто моя дама. Еще один патрон, партнер, патрон, и наша жизнь будет как драма. Пойми, ты просто моя дама. Нахуй ты рушишь мой покой? Ведь я могу уйти, но, сука, знай, что к нам с тобой еще вернется карма. Дамит, ёпта. Очень сильный текст. Реально, в бридже очень сильный текст. Тебе реально есть что сказать. Проглотил свою гордыню, признайся, что ты не права. Поступаю некрасиво, свою гордыню некрасиво, в этом есть твоя вина. Это мнение подруг, но прямо сейчас лишь ты и я. И на полу лежат бутылки от разлитого вина. Да завали свое ебало, я кричу, я перегнул. Но я устал от всех скандалов и выслушивать хуйню. Неужели тебе мало всего, что я даю? Когда ты меня потеряешь, поймешь, как я люблю. Всю эту грязюку я превращаю в почву.
Между нами связь потеряна, отдам ее господству. Ничего больше не держит, и я съебусь сегодня ночь. Погас огонь в моих глазах, когда растаяла подошва. Охуеть, бро. Да реально, жесточайшая рифма вообще. Сегодня ночью растаяла подошва. Блять, погас огонь в моих глазах, когда растаяла подошва. Типа ты Сибаса заказывал, я вот она вот об асфальт сгорала, ты типа пух, растаяла под камни, сделают мне больно, но слова не могут. Я всю себя накручиваю, мне на деле похуй, сложно отпустить, но отпускаю понемногу и сам себя наебываю, я все еще помню. Дамит. Ноль драматизма, да, вот было. Вот этот текст, если, блядь, нормально прочитать, это будет фантестиш просто. Еще и вот это, еще и чего-то там, да. 9, бро, 9, а хуй знает, 9 минимум я готов за этот текст поставить, правда? Трек нерабочий. Ну, за текст 9. Разговор. В натуре разговор, а? Как эксперимент принимается. Старичок 2005 года рождения неплохо, да, придумал? Ну, нормально, я бы сказал, нормально. Нормально. То есть смысл такой, да, типа, вылить нам эмоциональный кусок, шмат, пласт нам на бошке, да, и сказать, что да, вот он все-таки грустит, да, то есть интруха и аутруха, и нам сказать, что типа, не, ну вот вы видите, да, он на самом деле здесь драма, друзья. Ну вот. Как-то так? Структура ритмика. Ну вот что тут по структуре? Ну летишь ты куда-то, не отличая куплет от бриджа, да, с куплетом номер два. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Причем, ладно бы ты летел, да, у тебя была предрасположенность к фаст-флоу. Ок. Это можно было бы принять на контрасте, типа, не вопрос, да, то есть я готов принять на контрасте такую мягенькую музыку и какую-то драму, да, сумасшедшую на скорость. Прикольно будет, принимается, но не твоя харизма ведь. Пять, наверное. Шесть. Хорошо, здесь шесть, здесь пять. Да. Шесть, допустим. Тренда все, кто не знает, что там четверочка, да, с учетом того, как ты идешь по такому биту. Все, давай поговорим, мы тонули с тобой оба. Я не в момент, когда потратил веру в твои слова. Словно еще пройдет, и я тебя забуду. Это самобичевание становится мне другом. Друг друга избегание, со стороны как здание. Где нет таком дверей, мы с тобой бежим по кругу. Я снова закурю, чтобы забыть все наши муки. Снова не пойму, почему, что скажут люди, меня не... Реализация задумки, да. Свидос, тут как он написал, да, отвратительный свидос, очень все тихо, глухо сведено, он не попадает, он бежит, съедает слова. Угу, реализация задумки, 5 баллов. Атмосфера, вайб, интро, аутро есть, инструментал есть, ну 3, 2, 3, вот такая история, да. Два. Трендовая сексуальность, 4-5 баллов. Примерно так, бро. Примерно так. Сведение. Ну тут видишь, бро, сведение, еще и запись есть такое понятие. Даже если вы отправляете качественным звукоинженерам, да, свои там дороги записанные. То если исходники говно, то вопрос, знаешь, типа всегда в том, чтобы сравнить исходник с выходным материалом. А если исходник там пиздец, то типа, ну... Такое. Не могу взять, бро. Не могу взять, к сожалению, во фрешменты. Да, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое в целом за текст, да. За текст и за задумку. Есть у тебя и текст, и задумка. В этом плюс базару нет. Реально. В этом плюс базару нет.
Вот, ну да, реализация, типа, вот песни, как будто вот не особо, правда, не особо работает. Что же тебе такое вот интересно сказать еще с точки зрения, типа, чего, в какую сторону работать, да? Ну, исходя из твоего тембра, исходя из того, насколько ты текстоориентирован, тебе имеет смысл работать так, чтобы был понятен текст. Хочешь работать медленно? Пожалуйста. Не хочешь реп? Пожалуйста. Делай какую-нибудь альтернативную поп-музыку, да, красивую какую-то. Да без проблем вообще. Тебе приходится спотыкаться, да? Видно, ты стараешься. И все это старание съедает харизму. Потому что когда ты стараешься, когда ты, у тебя речь не течет естественным образом с твоими настоящими эмоциями, получается руина. Флэм, я знаю, что ты будешь на фрилетере. Да, серьезно, бро? Блин, елки-палки, круто, молодец, спасибо. Я бы тоже, если это знал, было бы очень хорошо. Так. И что у нас здесь? И что у нас здесь? Extinct. По-моему, был у нас этот человек, и может быть даже неоднократно. Да. Он был с сентября 23 года и марта 24. Давайте посмотрим, что это такое. 35 слушателей, да, помню, AMD, поэтично, все помню это, да, все это помню, это наш бро, да, это наш бро, который делает очень интересно, у него все облоги крутые, угу. Все обложки у него очень красивые, очень интересные, очень замороченные в этом направлении. Изначальная идея была в том, чтобы просто зачилить. Не слишком душить текстом, более динамичная читка. В общем, просто получить фан. В этом процессе я начал думать, как бы это сделать максимально нативно. Начал размышлять над тем, откуда вообще берется эта нативность. Как максимально быть самим собой на треке. Бро, вот это вот продолжение ровно того, о чем я только что говорил, да? Может быть, он нашел эту формулу? Я решил просто записать трек об этом, о поиске своего метода, о факторах, которые сдерживают тебя от полного погружения в музыку и как я их преодолеваю. Это не какое-то глубокое рассуждение, идея же была в том, чтобы не душить. Это просто мысли о том, каково это быть свободным в музыке. В частности, первый куплет об этом. И в нем я описываю полет, а во втором морская тематика, плавание, то есть путь к первому куплету. Отсюда и обложка, которая представлена, представляет выход вне себя, в музыку, в своей внутренней индивидуальности. Обложку сделал Броневик, инструментал чела из Нью-Йорка, который продюсировал Мик Дженкинс, G.I.D. и Mavi. Дэм, бро, солидненько. Ну, погнали. Да. То есть это Extinct, это наш фрешмен, да, прям старичок жесточайший, 86-го, но по звуку 86-го, да, 2006-го, но по звуку 86-го года рождения. И вот он старается переосмыслять, да, переосмыслять бумбэп и настоящий андер, да, настоящий, так сказать, old school. Слушай внимательно, свой метод. Рэп о рэпе, да, так сказать. Ты Ван Гог и легко делай то, не для толку, чем толк, ты не доу, подо льдом, эго-мегафон склепит, ты слеп, но твой слепок один, а без света, не свега, сильнее, чем свой метод, окей, 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 окей. Делай то не для толпа, чем толк, ты не доу, подо льдом, эго-мегафон склепит, ты слеп, но твой слепок один, а без света, не свега, сильнее, чем свой метод, окей. Душить, говорит, не буду. В ДНК и кайф, быть не как все. Вне экосистем, стен с тем, что ты сделал. Из тела выйти, мозг выйти, подлить и вылетите над. Своя высота у всех и так, возьмите мат, нитик на память. Пламя под нами, мы выше натальных знаков и планет. На хвосте комет, на уме нет ничего. Это unconscious hip-hop, чисто каша из слов или суп. Где суть, да суть, твой flow, эй, воу, окей, это souls. Jimmy Fox и Quest Love. Наша жизнь и мульт и Pixar. И я Buzz Lighter, все арт, ведь ты Ван Гог и легко делай то, не для толку, чем толк, ты не доу, подо льдом, эго-мегафон склепит и слеп, но твой слепок один, и весь свет, и нет свега сильнее, чем свой метод, окей. Йоу, ты Ван Гог и легко делай
бетон или о том, о чем толк, ты не доп, подо льдом, мега-мега, фон слепый, ты слеп, как твой слепок один, и весь свет, и не цвега сильнее, чем свой метод, окей. Нет, цвега сильнее, чем свой метод. Это база, бро. Хорошая база. Способность понять, осознанно для чего же был создан я. Свой взгляд боясь медуз, стоять на двух, увидев маяк, каякинг душ. Ненужная за борт, лишь в уши ансамбль от сабли холодных типов. Они не были в сауне досадовых саунди, а осадок потоки мы и топим. Лик сил от лифета линк, ну а ли ты либо на мели, либо не с волями, ты лес на абели, с голым как абеликс. Йоу, нам не шлем, не аликс, кабизели, а не лин, я лечу на олимп, е-е-е-е-е-е-е. Хорош. Что-то, что-то, что-то. Поживее стало, кстати. Живости разбавил вот этими, вот этими вещами. Вот этими вещами здесь. Ты в Ангоке легко делать то, не для того, чем толк, ты не дол, подо льдом, мега-мегафон, скрепит, ты слеп, ты твой слепок, один на весь свет, и нет свега, сильнее, чем свой метод, окей. Я окей, ты окей, мы окей. Для толку, чем толк, не толк, подо льдом, мега-мегафон, скрепит и слепнет, твой слепок один на весь свет, и нет свега, сильнее, чем свой метод, окей. Окей, а? Тут можно было сказать что-то. Да-да-да-да, медленнее, да-да. Вот мне кажется, что ритм припева вполне мог бы быть помедленнее, да. То есть не то же количество слов, да, запихивать, что и вот в куплет. Тем более, видишь, он идет на двух четверках, да, по классике. Это классическая музыка, да, классический хип-хоп. И он идет по классике в четверке, да, короче, в две четверки. Здесь такие интересные слова, которые как будто интересно было бы и послушать, да. Ты Ван Гог, нелегко делать то, не для толп. А в чем толк? Ты не доп, подо льдом, эго. Мегафон скрипит. Ты Ван Гог, нелегко делать то, не для толпа, в чем толп, ты не доп, подо льдом, эго. Мегафон слепит, ты слеп, но твой слепок один на весь свет, и нет свега сильнее, чем здесь. Ну типа, ты Ван Гог, нелегко делать то, не для толпа, не толпа. То есть та-та-та-та-та-та куплеты, да, потом че-то там, да-да-пам. Ты Ван Гог, нелегко делать то, не для толпа, в чем толк, ты не доп, подо льдом, эго. Мегафон скрепит, ты слеп, но твой слеп, один на весь свет, и нет свега, чем медзайтись. Окей, окей, там-та-да-дам, пам-та-да-дам. Йоу! Та-да-дам. А потом та-та-та-та-та-та. То есть, как бы помелодичнее немного, да, и как бы отыграть этими своими шух-шух-шух-шух вайбами, да. Что-то вот. Или хотя бы здесь, да, так закончить. Прикольно ты вот тут сделал на бриджике. Очень интересно. Или здесь один, допустим, да. Тут как-то два. То есть, легенькая история с развитием. То есть. Как бы очевидно, да, что ты делаешь по классике того времени, да, вот эти вот двойные четверки в припевах и так далее, но все-таки ты же переосмысляешь, так ведь? И если даже мы говорим о тексте, то твой текст, он, ну, достаточно качественный, даже по меркам какой-то классики, да, которая не особо блещет, так как ни крути, не особо она блещет текстом и рифмовкой как таковой. Она в основном там вся на харизме построена, музыка того времени. Она построена на харизме и текстом, ну... Ну, примитивный, да, по большей степени. Даже который о каких-то серьезных вещах. Здесь такая мягкая, хорошая песня. И вот, типа, ты двигаешься, да, идешь, типа, к своей цели. Угу. Путь, короче, да, такой бам-бам-бам, и пошел наверх, да. И вот ты пришел, короче, и вот зашел в голову, да, попал, короче. Ага. Че-то, че-то. Че-то, че-то. Хороший текст, отличный текст, правда. Мелодия начала нулевых. Да еще раньше даже. Айдентика в ДНК, и кайф быть не как все. Вне экосистем стен, с тем, что ты сделал, из тела выйти, мозг вытек в бак литий. И вы летите над своя высота. У всех и такт, возьмите магнитик на память. Возьмите магнитик на память.
Пламя под нами, мы выше натальных знаков и планет, на хвосте комет, на уме нет ничего. Это не какие же хип-хоп, чисто каши из слов. Soul, Джейден Фокс, Question, Жизнь, Культура, Pixar, я Buzz Lightyear, все арт ведь. Хорошо, да. Текст отличный вообще, как всегда. Поняли, да, короче, вот рассказывают о тупом поколении, да, вот новых детей, которые якобы какие-то там должны быть кривые, косые, поверхностные ебантяи, да. Вот 2006 год, челу 18 лет. Он делает суперосознанный хип-хоп, блядь, осознаннее, чем делали там до него любые старички, да. Поэтому такое. Он рассуждает о интересных вещах. Припевка. Не, весьма. Это весьма. Я готов взять этот трек на фрешмен. Конкретно вам могу сказать. То есть здесь, вот что бы хотелось показать, если он пройдет, что бы хотелось показать на премии людям? Работа с текстом, умение артиста поднимать интересные темы, рассуждать, стараться выдавать легкость. Здесь бриджики, все вот эти строчки, окей, окей, там начало, интро. То есть жизнь есть, и в таких треках жизнь это очень важно. Очень много там всяких интерлюдий, вставок, у них было все подряд. С самого начала, причем что-то базарить там можно на студии, давай еще раз, там все, погнали, да, здесь. Давай сейчас расскажем, Все, то есть, тут есть она история. 10, бро, 10 баллов я готов поставить за это. Но это не то, что ради рифмии. Это не ради рифмии. Здесь, в принципе, ты говоришь историю, ты повествуешь свой поиск, ты рассказываешь, что хорошо там быть не как все, хорошо быть, искать свое, что самое лучшее, что может быть, это свой метод, да, типа, нет сильнее свега, чем свой метод. Базар нет вообще, один на весь свет. Да, мне говорят, ты слеп, но твой слепок. Ну, то есть то, какой ты есть, да, типа, твое, так сказать, ДНК, да, идентика в ДНК, твой слепок один на весь свет. То есть ты такой не один неповторимый, да, и ты единственный в своем роде, и, соответственно, используй эту идентику. Нет свега сильнее, чем свой метод. Супер, круто очень сказано. Поэтому, да, это действительно база, и надо получать от этого удовольствие. Структура ритмика 8 баллов, тем не менее, готов поставить, даже с учетом душного припева, да. Но учитывая жанр, который у нас располагает вообще к тому, чтобы у нас было куплет из 16, припев из 8 одинаковых, снова куплет из 16 и припев из 8. Это типа база, да. Тут у нас что-то есть разное, да, как минимум. Поэтому 100%. Да, однозначно я возьму этот трек во фрешмен, и спасибо ему большое. Типа, это прям интересная, прикольная тема. Интересная, прикольная. Реализация стиля, трендовость, актуальность жанра. У нас как бы более или менее в Эсткостик сейчас пошел, да. Он уже даже 4 получает, да, балла. Хотя это вроде ист, да, у тебя. Хотя мягкая. Знаю. 2-3, наверное. Да, 2-3, ну, блядь. Но ближе к двойке, скорее всего, да. Ближе к двойке. Но я не думаю, что ты страдаешь по этому поводу. Да, двойка, скорее всего. Двойка, да, я думаю. На премии не цепанет он людей, если кусками мотать нет. А мы на премии же не мотаем кусками, бро. Мы же для этого и ставим целую историю. Единственная тема, в которой мы слушаем трек от начала до конца, это фрешмен. То есть мы слушаем от начала до конца трек один раз. Нет, по кускам мы не слушаем. Мы по кускам слушаем то, что все и так знают. Какие-то популярные треки, которые претендуют на хит месяца, которые все уже наслушались и все их знают. Да хер ли повторять. А вот такие вещи мы наоборот ставим от начала до конца. Как раз таки по этой причине, по которой ты и пишешь. Чтобы люди, соответственно, получали, ну... все представление. Реализация стиля. Ну, вот так где-то, я думаю. 6-7 баллов. Да. Троечка точно есть. Ну, трешовая, конечно, оценка, но если по множителям, прикинь, вот так было бы, то это уже 70, бро. Поэтому не переживай, да, база весьма неплохая. Весьма неплохая. Премия ориентируешься на 10-го, да. Если успеем до этого времени клипы все посмотреть, потому что у нас очень много клипов за август, и нам надо
посмотреть клипы, да? Старичок начинает. Да, он только начинает, а вот такие оценки имеет в базе, да? Мне кажется, это, ну, прям очень круто. И если он имеет... Опять же, я это уже говорил, я даже помню, что я это говорил. Я еще раз скажу, если он имеет возможность работать... Я, кстати, обложку забираем точно. Если он имеет возможность работать, и у него есть время, там, несколько лет, пробовать делать себя, искать... Мне кажется, вполне себе это сработает. Возможно, даже кто-то из больших артистов увидит, кайфанет, докекнет и зафитует с ним, потому что человеку есть что сказать. Да, он такой молодой, ему есть что сказать, и у него интересная идентика своя. Есть в этом что-то, короче. 48 баллов. Но база очень крутая. Спасибо большое. Очень интересно. Да, здесь. Идем дальше. Слушаем внимательно, что у нас есть дальше. Начало пока интересное. Очень интересное начало. Яркие ребята получаются, да, у нас? Конкретно яркие ребята. Конкретно яркие ребята. Вот он, фрешсет, пожалуйста. Интереснее некоторых суперпопулярных треков. Угу. Ребята умеют в текст оба. Ребята умеют... в какую-то идентику, в какие-то попытки, что первый трек был попыткой экспериментом, что второй трек был попыткой экспериментом. Очень крутой текст. Да. Погнали. Слушаем следующий трек. Надеюсь, это будет примерно то же самое по качеству. Али 11. Что-то я... В июле 24 года был трючок. Да, смотрели мы, слушали. Смотрим, друзья, что это такое. Сейчас посмотрим, 71 слушатель. Да. Ага, вот он, все понятно. Ну, в целом, с 24 года работает. Надеюсь, это хорошо. Оверсайт и Али тоже на продюсере. Да, 2007 года, старичок. Артист и битмейкер из Российской Федерации. Вот так вот. Интересно. Идеальная обложка, чтобы номинироваться. Она должна отражать то, что в треке. Наилучшим образом. Показывать яркие вещи. Вот все. То есть это должна быть интересная задумка, которая отражает то, что происходит. Яркая, необычная. Можно ли номинировать эту облогу? Как будто бы да. Последний, да? Что это? Вагон, последний путь, последний что? Последний. А, последней девушке, типа, да, последней тебе, там, последней любви. Окей. Слушай. На форсетах только избранные, бро. Тем более днем. Вот, к примеру, эта обложка точно не номинируется, потому что она нам рассказывает совершенно другой вайб. Абсолютно, да. Вот улыбки эти, да, вот эти большие глаза мультяшные, да, такое что-то спокойное, птицы летающие, да, там тем более шар воздушный. Воздушный шар, тут у нас не ракета, да, не самолет, тут у нас воздух, все это должно быть на мягком. Цвета не агрессивные, тут у нас долбежка, да, электронная, вообще сумасшедшая, типа... Нет, конечно, нет. Это облож... Вот эта обложка, допустим, максимально мимо. Люди, которые не знают, что это такое, кликнут на эту обложку, они ожидают услышать совершенно другого вайба. Заново. Попса мягкая, надо. Да, да. База. Я так и думал. Так, что-то, кстати, что-то. Тут прям слово есть. Развитие пошло на второй четверке. Прям как, да. I'm
Контрасты ничего такие, да? В целом идея трека очень крутая. Тут, конечно, скорость... По структуре Куполиса немного, по вайбу другая история. Не, ну это неплохой трек. Есть у него, вот. 24-го года 4 трека, это вот он только начал, да, старичок, 2021 года рождения, да, и он только начал, 4 трека в 24-м году, как будто норм вообще тема. Более того, как бы инструментал, который достаточно сильно давит, его слышно все равно, даже без текста я могу понять, что там происходит, да. Тут он полетел, конечно, да, там, ну ладно, окей, да, прости, что я тебе сказал, что это врал, забыть, полюбить, сказал врал, забыть, полюбить, да, ну структура тут, короче, да. Очень интересно ты разбавил структуру трека паузами. Это 100%. Да, да, ты будешь моей последней, да, 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 последней, да, именно такой вот, не последний, последний, да. Слушай, ну вот называть так трек не очень история, честно. Вот, вот это слово читать без контекста практически невозможно. Последней. После дней, когда мы были с тобой, понимаешь, да, хочется прочитать последний. Ты мог назвать моей последней. И там уже непонятно, моей последней просьбе, моей последней мечтой, моей последней девушкой, женщиной или моей последней любовью. Моей последней. Моей последней. Тогда ок, а просто последней. Что-то про следней. Ледней. Такое, понимаешь? После дней. По... Следней. Последней. Тут, блядь, любые слова можно собирать, да, из этого. Такое. Что-то про следний, да, следний такие, следний, слизи, блядь, какие-то хуй пойми, короче. Но да, трек хороший, название неудачное, облога неудачно. То есть позиционирование этого трека отвратительное. Плюс называется он супер романтично, да. Ну давай еще раз прогоним, как будто я даже хочу взять этого фрешмена, прикиньте. Да, и все эти ускорения, да, такие ничешные. От 1 до 10. Что вы думаете по этому поводу? Али 11. Стреляет, короче. Тут надо вручную сидеть, прям и каждую выстреливающий себелян, да, потушить. Ты почти справился, реально. Почти. Вот здесь ты начинаешь работать, вроде скорость тоже не маленькая, да?
полюбил тебя, я других не вижу. Но, учитывая твой потенциал, который ты показал, да, в ускоренном виде, разумеется, тебе проще работать на скорости. И ты чуть охладил, да, сам знаешь что, и пошел спокойно. Поэтому харизма более-менее раскрылась. Спасибо за демонстрацию своих возможностей на скорости. Там, конечно, все звучит так себе, но ты почти попал. То есть в строки ты попал, да? Чтобы это было проговорено интересно и с харизмой, конечно, нет. Более или менее, да, тюн этот не бесячий. Потому что электронный такой тречок, да, тюн более-менее нормально стоит. Короче, трек, блядь, можно слушать. Он рабочий в таком вот, вот в таком формате. Он рабочий, можно слушать его. Такой, да? Структура хорошая вообще. Вообще обалденная структура. Реализация стиля. Слушай, ну не считая он той пробежки, блять, весьма ты неплох. И по звуку нормально все стоит. 6-7 баллов я бы поставил за счет ускорения вон того с видоса. 6-7 я бы поставил. И тут смело тройка, наверное. Не знаю, блядь, 3-4. Ну 4, наверное. 3-4 балла. Да 7 там, что-то про тривиату. Не знаю, здесь троечка точно. Что-то. Бля, 4 балла, что ли, поставить? Я бы 4 балла даже тебе поставил, знаешь? За такой пиздец в качестве и в харизме даже, да, не прям. Но в целом как будто 4. Ну, долго думал, да. Полтос, короче. То есть этому треку 50 баллов, вот реально. 50 баллов, мол, в этом виде какой есть. И тем не менее он идет на фрешменов. Базово сейчас. Спасибо большое. Слушай, что касается каких-то рекомендаций, не перебарщивай со скоростью, смело работай по скорости, подумай об оформлении своих работ. В целом, ты, да все у тебя есть, да? Звучок у тебя есть свой, по структуре вон топ вообще трек отлично поставлен, да? Интересные контрасты какие-то там, есть что послушать, да? Есть что сказать тебе, качаешь, да? Работает трючок, все норм. Не знаю, типа, все неплохо. Все неплохо. Задумался, я знаешь, что думал? Я думал, что трек, в принципе, вайп реально дает неплохой. Правда. Но есть момент с качеством реализации, да, я подумал, настолько ли меня это, типа, вот, ушатывает, да, качество реализации. Конечно, если бы я думал между четверкой и пятеркой, там бы вопросов не возникло. Чтобы прям в полной мере получить 5 баллов по общему впечатлению, да, там, от работы, я, типа, ну, какие-то прорехи есть, какие-то шероховатости, где-то там что-то какие-то сибилянты, да, в бридже что-то не слышно, там где-то смазано, все, там никогда 5 не будет уже. Потому что, ну, такого не может быть, чтобы... Ну, окей, бывает, так, бывает и такое, но в каких-то супер исключительных случаях, да. Вот, поэтому такая история. Неплохо весьма. Весьма неплохо, правда. Очень интересно. Ну да, значит, обложки, типа, почему такая вообще? Что это, да? На основании чего вообще ты, бро, решил так сделать? Мне не совсем понятно, правда. Что это такое? Почему оно так выглядит, да? Так. God damn it, что ли? Вот у нас такая история. Dry Life и Fuck. Альбом Break Away. Ну, давай посмотрим, что это такое. Ну-ка. Так, это кто у нас? Эшли Даркер.
Damage. Да, есть у нас такое. У нас альбом. Два трека послушаем. Два трека. Ну, даркух какая-то конкретная, да. Жесткач электронный или гроулинг, не знаю что. В этом альбоме Эшли переживает трагичные воспоминания, связанные с недавними событиями из жизни под очень мрачный инструментал хаоса. Спасибо, значит, за облогу, бро. Альбом записан и спродюсирован самим исполнителем в его домашней студии. Хорошо. Наверное. Что есть у него еще? Нету ничего практически. У него один слушатель. Один слушатель у него за месяц. У него один трек выходил до этого на свой собственный продакшн. И все, да. И вот у него теперь вышел. Это же трек? Да, это трек, насколько я понимаю. Cold, да? Да. Нет, ну это такая макси-сингл из двух треков, да, был у него. И вот теперь у него эпишка на 6 треков. Слушаем два из которых. Вот эти. Первый и второй. Поэтому, если что, у вас будет возможность послушать это еще, да, там какие-то. Если вам супер понравится, это максимальный, да, старичок в музыке. Так он в целом. Ну, так он в целом не прям старичок, да, все-таки 2000 год. Успел попробовать себя. И многоточие, да. Лизгуб Максим Игоревич, Лизгуб Какие родом из Калининграда. Успел попробовать себя. Калининград, столица рэпа, бро. Надеюсь, это подтвердится сейчас у нас здесь. Да, база. Успел попробовать себя во многих жанрах музыки. Имея нынешний опыт, артист углубился в экспериментал, смешивая рейдж, трэп, рейв и альтернатив-рок в более грязный, неизведанный для себя звук. Ну, заинтриговал, бро. На самом деле, вот такое описание, это чистое фрешменство, да? То есть, ты, типа, как раз тот самый человек, который, вот, сделая более или менее неплохо то, что ты написал, как будто должно получиться, вот, фрешменство, да? Ну, надеюсь, так и будет, бро. Надеюсь, так и будет. Слушай внимательно, два трека. Оцениваем, слушаем. Что это такое? Что ты нам подаришь? Ну-ка. В данной композиции Эшли передает настроение апокалипсиса, а сам автор упоминал это в своем телеграме. Отсылка на Project Zomboid. Страшно, да? Это прям самая первая работа, да? Имейте в виду. Тоже нейронку тут увидел. Прикинь, тоже такое мнение было. Тоже подумал нейронка. Нас где-то наебали, да. Dry life.
Вот где-то оно кружится, да? Где-то оно, короче, вот... Какие-то отголоски, да, и какое-то начало харизмы присутствует, да. Вот именно, знаешь, в каком-то послевкусии вокала, да. То есть какая-то жизнь кусками присутствует, но в целом, знаешь, построение трека и текста как будто нейронка. Вот она вот настолько, да, вот... перебирание своих слогов вот здесь, особенно в куплете. Тут еще что-то какая-то жизнь кипит. Да вот тут жесть вообще. Но знаешь, вот единственное, почему я думаю, что это не нейронка, потому что видно, что записано в очень плохом качестве, без поп-фильтра и прям совсем стрёмно. Может быть, ты, конечно, извлекала капеллу из инструментала с потерей качества, тогда да. Но в целом, как будто нейронка сделала бы качественнее, да? То есть технически было бы качественнее. И с учетом того, что это звучит так, допустим, что это твой голос, ебануться адентика может быть, да, то есть. Человек вот так подкряхтывает, да, и при этом работает как нейронка. И это живой человек, охуеть. Dry Life. Да, да, Dry Life у нас в чистом виде тут. Dry Life, да. Все на сухом, нет ни капли воды. В этой пустоши хватит места для всех. Тут никого нет. Останки костей варятся в этой жаре. Ну, в принципе, обложки соответствуют, да? Потом припев. Веет ветер, осыпая песком. Прямо в глаза. Падает сухая слеза. Больше не напрягает жара. Больше не напрягает жара. Припев, проигрыш, да, потом снова припев. МБ это нейронка на записи его плохую, которая голос заменяет. А, типа обработка нейронка его живой капы, да. Может быть и такое. Может быть и такое. Типа он подулучшил, да, типа улучшайзер. Улучшайзер плохо записанной капы, да. Ну, как будто человек, который способен вот к этому всему, он бы лучше записался, да. Хотя, не знаю, вот у него реально опыт большой, да, он, может, что-нибудь там шаманил, короче, и вышаманил вот такое, да. В этой пустоши хватит места для всех. Ну, специфичное звучание. Очень долгое интро, да. Аутро тоже странноватое. То есть, ну, попытки, да, чисто вот попытки. Попытки спеть. Попытки спеть и создать какую-то атмосферу. Очень сыро звучит все. Но ты знаешь, единственное, что есть, это вот, да, какая-то айдентика в голосе, более или менее пробирающая. Пока сказать сложно, что это, типа, там, цельный трек, ни о каком фрешменстве пока вообще речи быть просто не может. Да, вопрос музей, не музей. Бля, я думаю, что это музей, скорее всего. Потому что если бы это было супер плоско спето, тогда, наверное, нет. Я бы не забрал. А так это музей точный. Потому что вот то, как оно спето здесь, это прям, ну, помним, да? Сам все записал, сам все свел, музыку сам тоже сделал. То есть все полностью, да, вот в чистом виде. Может, обложку Софи заебашил, да, короче, и на обложку закинул. База вообще жесткая. Нейросинтез. Да, да, убирающий, да, 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 шумы с аудио. Ну, типа, да, то есть извлечение капы, да, из песни. Извлечение капы из песни или извлечение инструментала, убирание капы. Да, ну-ка, бро, давай еще разок. Ну так, хотя бы частично, да? Да.
кругом. Нет ни капли воды в этой пустоши, хватит места на всех. Или какой-нибудь кривоватый тюн, да, что-то? Тут никого нет, никого нет. Тут никого нет. Останки костей варятся в этой жаре. Dry life, dry life, dry life, dry life, dry life, dry life, 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 life. Что-то есть голос у него, бля, вот есть у него в голосе что-то. Бро, ну трек не рабочий. Но вот эта вот атмосфера в натуре хоррора какого-то, который ты накидываешь, она присутствует у тебя в голосе. То есть это твоя музыка. Твоя музыка. Пока ты к ней не особо способен в плане возможностей, да, технических. Но это твоя музыка. Life. Dry life. Dry life. Life. Dry life. Dry life. Что-то есть, да? Вот я говорю, что-то в этом есть, короче. Вот есть в этой харизме что-то. Мы еще одну песню будем слушать, да? От этого же артиста. Да, он прям, пешки тоже летят вообще. Прямо в глаза падает сухая слеза. Полеза, слеза, почти не напрягает. Жара, как он говорит. Бля, интересный голос тебе. Хм. Интересно. Это не Ромка чел сказал, с автором в скайпе сижу. Не знаю, бро. Чаты в интернете такое дело. Больше не напрягают. Жара. Dry life. Ой. Ну, в общем, вот, да. Не, звучит как не. Да понятно, мы уже поговорили об этом. Может быть такое. Может быть. Может быть такое. Dry life. Dry life. Dry. В общем, если ты реально можешь так петь своим голосом, тебе надо просто работать над качеством и над построением песни. То есть, чтобы это было, звучало хорошо, ярко, чтобы это было, чтобы ты не мучил нас 40-секундными интро, да. Вот и все. То есть, в данном виде трючок, конечно, дико сомнительный. И я, исходя из того, насколько ты необычно звучишь, да, что это все-таки, ну, работает, я заберу это в музей, бро, чтобы этот трек был с нами просто в целом. Индивидуальность, харизма. Ну, вот задатки есть в твоем голосе, но так как это реализовано, бля, вот эти задатки обертона какие-то, да, которые у тебя есть, не знаю, они такие вот, да, или это нейросетка. Буквально через год, я думаю, нейросетки будут такие, что мы не отличим ни за что в жизни. Нейросетка или не нейросетка, мы уже перестанем отличать это. Даже из известных для нас артистов, не говоря про неизвестных для нас артистов. Вот. И история с нейросеткой будет тогда дискредитироваться, когда люди будут узнавать, что песня нейросетка. А когда ты не понимаешь, что это такое, веришь в переживания человека, это будет работать. Да. И все будут писать треки, как Лазердим, да, чтобы это было всратое качество и слышался настоящий человек. В этом плане это прикольно. Ну, сначала нас заебет, очень похоже на Adobe нейронку. Копию твоего голоса и повторяет ее только на английском, слова произносит. Может быть, бро. Печёте при сангу дизер. Про,
активно нас заебут фитами с артистами, которых уже нет. С артистами, которых, которые ушли уже там. Тупака альбомов нас создают, да, фиты там с ним. Ну, короче, ну, он уже, Дрейк даже, да, использовал это, в своем диссе на Кендрика. Там вот это заебет конкретно, типа. Особенно тех, кого сейчас постоянно продолжают выпускать из ушедших артистов, якобы из демок, да, которые они наставляли. Там уж демок дополнительных появится вообще на 500 альбомов, да. Это, конечно, трешак. Ну, то есть мы в целом вступаем в эру, да, в которой мы просто потеряемся. Мы не будем понимать, где реальность, где нереальность. Видеосообщения от реального вроде как человека будут фейками 100%. Его абсолютный голос, его видео, жесты, мимика, звонки, телефоны, аудио, видеосообщения, все будет полной хуйней. И в целом интернет превратится в помойку на какое-то время. Когда мы просто будем листать все. Реклама в перемешку с нейросетками, говном и спамом, с ботами. Все. И как бы... Только взаимодействие с проверенными живыми людьми будет актуальным. Какой-то новый материал будет скипаться в целом. Уже так делают с видеосообщением. Да, да, типа... Поэтому такое, короче, да, такое. Все эти видеосообщения, люди, аудиосообщения, там что будут делать взрослые люди, да, вообще в ахуе, типа. Как они вообще будут отбиваться от этого, если их дети будут им звонить и говорить, там, мама, папа, вышли мне деньги, мне пиздец, на видеосообщении, да, там, вот тебе номер карты, бля, мошенники. Это же жесть вообще, трэш, блядь. Большая проблема сейчас какая творится в Южной Корее, допустим, да. Просто берут, фотографируют людей на улице, хотя там это мавитоны запрещено, и делают видосы 18+, да, там на школьниц разных, абсолютно рандомных людей, выкидывают это в общий доступ, да, формируют ботами какие-то 18+ видео, да, и люди в ахуе дискредитируют, да, абсолютно всех. То есть это прям тотальная проблема сейчас очень большая, да, такой вот сталкеринг, короче, присутствует. И это только, опять же, начало, да. Типа, у нас эта история тоже будет там через, я не знаю, полгода-год уже происходить активно. Это пиздец, цифровую копию умерла сейчас в родственнике. Это пиздеж, бро. Это социальный эксперимент, уже эта вся хуйня уже всплыла, там актриса это делала, все, это был байт. Мы думали, когда эти видосы видели, что это похоже на пиздеж, потому что слишком хорошая была нейронка, да, псевдо. И да, это оказалось пиздежом на самом деле. Ну вот, такое небольшое отступление, да, у нас, короче. Здесь, бро, я даже не знаю, 2 я готов поставить. Индивидуальность и харизма. Ну вот что тебе поставить? Что? Ну 4 я готов поставить. За то, как оно пластмассово все идет, но какие-то вот моменты у тебя вот на 8 стреляют чисто для меня, знаешь. Вот от 1 до 8, бля, вот. От 1 до 8, вот как так может быть, бля? 4, бро, пусть будет. Структура, ритмика, да. Ну вот хромает структура, ритмика. Сильно сказать, что руина нет, наверное. Время кататься с нейронками? Пока да. Вообще, если вы выбираете себе какую-то специализацию, именно связанную с компьютером, да, с IT-сферой, оператор нейронных сетей. Это прям супер тема. Это то же самое будет в будущем, как глава отдела какого-то. То есть, ну, только вместо профессионалов, которые там набирают код, например, или еще какие-то делают технические вещи, будут нейросетки, да, в вашем управлении. Вы просто будете как Биг Босс, который управляет лучшими в мире техническими сотрудниками, которые выполняют все, блядь, за пару секунд. Вот, поэтому оператор нейросети — это прям нереально крутая специальность, которая будет актуальна какое-то время, да. Ну, с учетом скорости развития индустрии, наверное. Но я думаю, что пока нету качественного обучения, и пока, скорее всего, инфо-цыгане сейчас эту хуйню подхватят и будут типа учить, да, какие-то стандартные туториалы вам продавать за большие бабки и все, да, выписывать Филькины грамоты, которые нахуй никому не нужны. Поэтому занимайтесь самообразованием, и все. Самообразование, и узнавайте все новые вещи, которые выходят. Смотрите все видосы на английском языке, на русском языке, которые выходят по нейросеткам. Инфо-цыганам деньги не платите за обучение, нахуй шлите их. И просто сами образовывайтесь и изучайте всю информацию, которая поступает. Это супер новая вещь, которую я не думаю, что пока даже в каких-то учебных заведениях преподают. Такая история. Вот так вот. 2 трека, да-да-да, тут мы оценим 2 трека, да. Да, да. Но, типа, это, опять же,
мы не настаиваем, что это нейросеть. Не настаиваем. Просто вот мы, допустим, работаем с нейросетками часто, да, треки генерируем в Suno AI, да, сами работаем, вот обложки составляем, рецензии нам пытаются на сайт втюхивать с нейросетками, причем кто более продвинутый, они уже пытаются ее делать в нейросетке, а потом еще сами обрабатывать, переделывать. Мы один хуй это выкупаем и удаляем рецензии. Но, говорю, опять же, до полгода, год и все, да, и уже будет невозможно отличить. Мы будем стараться бороться, но вряд ли это мы сможем сделать. Вайп, не-не, вайп не один, 100%. Вайп я готов поставить 2-3, да. Вот удивительным образом, бля. Вот есть песни, которые вот... Вот 3 балла я готов поставить этой песне. Вот прикиньте. С учетом вот этой всей интересной истории с голосом, бля, я готов поставить 3 балла. В Англии есть школа, где обучают решать задачи через нейронки. О, прикольно. Очень прикольно. Реализация стиля. О, 3. Рифмы и образы. Веет ветер, осыпая песком прямо в глаза. Осыпая песком прямо в глаза, падает сухая слеза. Не напрягает жара, больше не напрягает жара. В этой не хватает пустошь. Безумный Макс. И тут никого, останки костей варятся в этой жаре. Ну давай 6 пусть будет, бро. Даже 7 пусть будет. Dry Life и вот это вся твоя cool story, да. На один были. Да, бро, причем удивительным образом треки были на один, даже получаешь гораздо больше баллов. Спасибо. Слушаем еще один трек от него же. Fuck. Называется. Погнали. Трючок тут очень коротенький, на 1.28, он, скорее всего, гораздо больше соответствует музею, поэтому я думаю, что заберем лучше его. Он идет динамично, он вайбит, и опять же, да, опять же, удивительным образом, трючок звучит как частично нейросеть. Не знаю, насколько это оно, может быть, я ошибаюсь, но опять. Нет типа с таким войсом. Да, я говорю, то есть у него есть харизма своя. Есть у него своя харизма, 100%. Если он реально так звучит, это пиздец необычный тип. Да, он просто, да, как бы не в ноты, похуй вообще, ебаш. Холодным утром убиваю с уёбка, вся эта грязь на берегу моря, зависшая в небе чайки, ожидая прибоя.
Шагаю, раздвинув руки в паре, зажжу коли смерть, не похуй, новую школу, но жимы, да, вообще какие-то вещи. Трачу деньги в себя, мое вложение. Ты тратишь деньги, время на алка, на дне стакана твоя жизнь. Я не смотрю на время, в моменте хочу секса. И нахуй отношения. Мук. Пиздец, бро. Короче, твоя харизма и твой голос может быть, могут быть интересными, правда. Мрачняк, даркуха, да, принимаются. Перегрузы все эти. Все-таки веришь, что живой чел. Лури вайп. Может быть, может быть, может быть. Ручной тюн плохой тоже может делать вайп, но похож на нейронку. Может быть. В общем, у вас есть возможность лично для себя, если вы хотите это сделать. Я просто бы тоже хотел это сделать, но мне будет не совсем корректно это делать. Другие человек скажут, что за хуйня, почему наши треки не слушали. Мы послушали два вот этих трека, и они очень разные. Если вы сильно хотите, у вас еще есть возможность послушать вот эти четыре, хотя бы пролистать их. А они идут по 1.5-2 минуты. Все. Lie possible, breathe alone. Все. 1.5-2 минуты они идут, эти треки. Вот так. Это все сделал тип. Да, он все это сделал сам. Как видно, да, он и продюсер, и сводил, и записывал, все-все-все. Два, бро, здесь. Три. Текст 5. 4. Три. Нет, 4. Структура ритмика динамична. Припевчик, куплет, бриджик, припев, да. 7. На 1:20 звучит нецелостно. Фух. Бриф сразу в голове заиграл. Понятно, какой. Что, серьезно, продиджи, что ли, там, да? Бриф, пятый трек продиджи? The Fat of the Land. Вот так вот, дружище, спасибо тебе большое. Я не знаю, что сказать. Голос твой есть. Эксперименты в музыке звучат. Свидос и обработка капы очень странные. Очень странные. Треки, на мой взгляд, не рабочие в данном виде, в котором они есть. И типа слушать их или куда-то номинировать вряд ли. Творческие изыски и попытки для самого себя. С поиском стиля, скорости комфортной для себя. Что касается текста, тоже все очень странно. Иногда звучит как набор слов, да. Иногда какие-то панчи есть законченные. Тем более ты там расписал, там какие-то хейтеры, там что-то кем-то произошло. То есть какая-то логика присутствует, да, там в 3-4 строчки. Рифмовка, ну, простоватая. Идея с по инструменталам. Не скажу, что новое, но окей. Ты чувствуешь, это твоя музыка. Опять же, здесь то же самое могу сказать. То есть, в принципе, из плюсов могу сказать, что ты в своем русле. Очень часто ребята начинают делать музыку вообще, которая для них не свойственна. Их голосу, их харизме, их тембру. И они пытаются выдавливать что-то там из себя, непонятно что, да. И получается трешак. У тебя, в принципе, все довольно нативно, довольно естественно. Типа, ты молодец. Нету ощущения какого-то несоответствия. То есть ты давишь свою чернуху, да, и давишь. Реально, вот мы слушаем выступление на концерте в пустоши, блядь, в городе Безумного Макса, где живет бессмертный Джо. Вот пиздец, там происходит концерт, на котором ты выступаешь, и это есть. И это респект. Поэтому я меньше вот не мог поставить за харизму, даже с учетом того, что плохо слышно тебя, с таким свидосом, да, с непонятной то ли обработкой, блядь, тюна, то ли нейросеткой. Тем не менее, что-то есть, знаешь, какое-то зернышко есть. То есть тебе, вот, если ты раскачать свою харизму, там, до 8-9, даже 10 довести, мне кажется, будет норм. То есть у тебя есть особенность определенная голоса, тембральная, которая позволит тебе иметь какую-то изюминку, да, и это очень круто. Как-то так. Антимузыка. Да. Но меня бесит, что это не настоящий человек. А вот я. Вот знаешь, по звуку слышно, что как будто что-то не то. Но почему-то мне кажется, чисто вот субъективно, да, ни на чем не основано, мне кажется, это реальный человек.
Но технически я слышу, что это наебалово какое-то. Какое-то наебалово, да. Вот как-то так. Так, дальше, да? Тут мы оценим. И дальше. Так, 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 так. Сейчас. Подожди, что там получилось? Я что, тренд один поставил? Не, ну это явно не один. Нет, тренд явно не один. Да, я, бля, один поставил тренд нечаянно. Дим, поставь тут, пожалуйста, тренд два все-таки, да. Сейчас, подожди, или даже три. Сейчас. Тройку даже можно поставить, да. Троечку даже. Да-да, тройку, все верно. Вот такая история. Famous Killa. Знакомое имя. Надеюсь, это будет хорошо. Надеюсь, это будет хорошо. У нас также есть клип. Genius у нас тоже есть. Famous Killa. Famous Killa. Давайте посмотрим. И клипец у нас тоже присутствует здесь. Тут, конечно, какие-то вопросы, может быть, будут с оборудованием пока что, но посмотрим, да. Спасибо. На дело. Это агрессивный рэп-трек, рассказывающий о двух криминальных персонажах, которые собрались ехать на определенное дело в целях получения прибыли. Артисты повествуют о своих ценностях, затрагивая темы братства, семьи, а также раскрывают небольшую занавесу тайны о своей жизни. Разнообразный флоу, мелодичный инструментал трека, все это вместе показывает трагичное настроение героев и отлично передает общую картину композиции. God damn it, что ли? Гангстеры, калитку пакуют G, плитку пакуют G. Так, это фиточка у нас на дело. Фьючеринг Солвадо. Famous Killa и Solvado. Produced by Acid Crack. Есть клипец. Суть вы поняли? Слушаем, друзья, что это такое. Let's go. Никого тебе не жалко. Меня бы кто пожалел. Сколько годов живу, не встречал такого. Тебя не жалеть надо, Клинов. Тебя бояться надо. Циферблат 5-2, заново пора собираться. Сумку в багажник, дыра цепла. Мало к маме от пацана, но не надо оваться. Нам каждый хочет тут на века. Мы большие мачки красных, чтобы мы гордились, братья. Этот тип так много кэпил, мы решили по понятиям. Качаю в зале спину, да вы нож не от грязи. А больше не смог бы взять ее, больше не смог бы взять ее. Да я из 3-4-2 еще представляю Москва, все мои пацаны голодные, вы среди оскал. Довольно точно идет. Бамблбизи, да. Нам пора собираться, мобилу в авиарежим. Веди себя чуть потише, когда
А посмотри, как вторая МС сделает. Привыкли забирать свое и все то, что плохо лежит. Ничего, живо. Мы виснем, будто совы на районе. Ни один брикет не пройдет мимо, за тобой контролят. Мама боится, что я часто меняю номер, но я говорю, что не могу иначе работать. Все, что я хотел, это прославить корнер. Цель на легких денег находиться в паранойе. Моя банда равно грабить, твоя банда работать. Этот же не знал, куда зашел, и он остался голод. 9-9-3 везде, это не просто лого. Моя стихия солнце, но почему-то холод. Так, технически вроде неплохо прошли, да? Технически вроде неплохо прошли. Однотипный минусок, очень долго Famous Kill у нас работает, очень долго. У нас интруха полноценная, да, идет, потом припевчик, довольно длинный куплет, который есть у нас, в котором есть развитие, в котором есть развитие, в принципе, вот тут он дропает, да, тут он начинает дропать, более-менее есть, да. Но под конец трека инструментал кажется уже душноватым. Пацаны голодные, их Face ID оскал, надёгнут даже паспорта, не привлекают, чтобы лик без хвоста, балаклава, импала. Ну, такая, да, бандитская история, в принципе, прикольная. Чё-то есть, да? Чё-то есть. Веселья низко, она только одна. Лавки масса была мейд на дел, пришедского 220 Панамера. Собираться, бил в авиарежим, потишка, да плитку пакует джин, строгий взгляд, будто режим. Своей все, что плохо лежит. Авиарежим какой-то. Угу. Может быть, припев, да? Ну, идет ровно. Вот здесь неплохой дроп, в принципе, был. Ну, как будто однотип им немного задушил, да? То есть, вот эта история с аэрбэками перед дропом куплета, да? Можно было их разнообразить. Было бы поживее. В целом, как будто флоу отсюда, с этих треков. Отсюда, с этих треков. Держит флоу, в принципе, Famous Kill'а. Держит флоу. Не верится их рэпу. Есть такое. Может быть, потому что формат реализации, да? То есть, хочется какой-то вальяжной истории, а.к.а. Я не знаю. То есть, вот эта скорость и тембр как будто про какую-то дисрепрезент, да? Может быть, это связано с тем, что похоже на Бамблбизи немного, и кажется, что надо читать таким голосом про то, какой ты охуенный и какие все говно, да? Может быть, такое. Каспийского груза, да, хочется на таких текстах, именно вайба какого-то, спокойного, медленного, да. Нужны большие пачки красных, чтобы мной гордились братья. Этот тип так много копил, мы решили по понятию. Качаю спину, зале, ты бы можешь ни одной, бля. Такое, да, короче. Да-н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 а. Вот, немного какой-то рассинхрон происходит, да, немножечко. Посмотрим, посмотрим, кстати, в клипе, что происходит. Посмотрим, что происходит в клипе, да. Моя стихия солнца почему-то холод, холод, холод. Он пора забираться, он убил авиарежим, веди себя потише. Да, и тут у нас неполноценный фиток получился. Тут у нас куплет как будто вклеен. Ну, стандартная история, да, у нас про припевы. Тут припев идет один, потом двойной припев. Ну, спасибо, да, тут, в принципе, один хотя бы запустили, уже неплохо. Тут у нас такая история, достаточно долгий куплетик. Тут куплетик поменьше и припев. Ну, в принципе, норм, да. Вот прям сказать, что слабо что-то. Что-то неплохо, реально. Что-то неплохо. Что-то неплохо. Давайте оценим трючок и потом посмотрим клип. Как будто бегут, да? Вот первый МС. Потише, когда плитки пакуют джина. Пора собираться на дело. Строгий взгляд, будто режим. Привыкли забирать свое и все то, что плохо лежит. На циферблат бэклап стана, пора собираться, сумку в багажник, дыра цикла.
Вот здесь не надо, да? К маме я пацана, но не надо. То есть вот, вот этим голосом, да, и вот таким вайбом про гангстерскую историю сложновато воспринимается. Тут либо про любовь, либо про понты. Сумку в багажник, ты рассыпла. Малую к маме я пацана, но багажник, ты рассыпла. Малую к маме я пацана, но не надо оваться. Нам каждый хочет тут ноги кома. Ты большие мачки красных, что мы много гордились, братья. Этот тип так много кэпил, мы решили по понятиям. Качаем в зале спину, да. Да, вот такое. Ну ничего, пошел, в принципе. Не знаю, флоу чувствует, короче. Флоу чувствует, идет довольно уверенно. Что-то есть. Что-то есть. Клоуком может быть. Может быть. Мы нож не одной грязи, а больше не смог бы взять ее. Больше не смог бы взять ее. Да, я из 3-4-2 еще представляю. Мозга все мои пацаны голодные. Хуй среди оскал. Если мы на делах, то дома наши паспорта. Не привлекай внимания, что без улик и без хвоста. Скима с балаклава. Джинсы как импала. Хочу, чтоб превышает. Да, вот немного, немного рассинхрон тематики. Немного присутствует рассинхрон. Неплохо прочитали. Достаточно просто было, ну, спеть про историю успеха, да, какого-нибудь там, типа, там, мы там заработали денег, там, джинсы отнало, да, вот это все прикольно звучит. Скорость 220 по номерам. Пора собираться в мобилу, в авиарежим. Веди себя чуть потише, когда плитки пакуют джин. А, вот это вот история. 7. 6. Ну, тут вот 7, да, за попытку сделать разнообразие между партами, за начальные 4 строчки, потом припевы полноценные, но за отсутствие фита как такового и довольно долгие куплеты с треком, который успел поддушить, да. Рифмы образы. Для такого жанра, я думаю, 7. Сейчас посмотрим. Так. Плитки в режим. 5.20, нам пора собираться. Багажник, 2 рации. Собираться, 2 рации. План. Целок мая, пацанам. Но это оваций нам. Каждый хочет тут набить карман. Нужны большие пачки красных, чтобы надо говорить, братья. Типа на клэкэпил, жди по понятиям. Братья, понятия, качаю спину, что не знаю, бляди, больше не смог взять ее. Не смог взять ее. Мне же вызываем МСК, 300 из Перми. Пацаны голодные, Face ID, Аскал. Face ID, Аскал. Ну, типа, что, чтобы разблокировалось, да, типа, Face ID, вот Аскал они делают, и вот все работает, да. Типа, ну, это их, типа, стандартный классический вид, это Аскал. Ну, прикольный флекс, в принципе. На делах дома, на паспорта. Не кажется, что без улик и хвоста. Ну, что-то может быть, да, я думаю, что 7-8 баллов. 7-8 баллов. Ну, вот как-то так. Нам пора собираться на дело. Строгий взгляд, будто режим. Привыкли забирать свое и все. Мама боится, что я часто меняю номер, но я говорю, что... По поводу Фрэнли Тага, да, тут тоже есть история. И вот здесь, вот в этих двух моментах, там, где ты останавливаешься, что я часто меняю номер, пауза, да, который вот слога тебе не хватило для того, чтобы комфортно, мягко перейти, да. И вот тут какие-то затыки небольшие произошли во второй, в третьей, четвертой строчке вот здесь. Да, мама боится, что я часто меняю номер, но я говорю, что не могу иначе работать. Не могу иначе работать. Все, что я хотел, работать. Это прославить корнер. Корнер. Прославить корнер. Цель на легких денег находиться в паранойе. Моя банда равно грабить. Твоя банда работать. Этот же не знал, куда зашел, и он остался голод. 9-9-3 везде, это не просто лого. Моя стихия солнца, но почему-то холод. Окей. 3-4. С учетом того, что сейчас происходит. Я думаю, да. Вот так. Симбиоз Ком и Фрэнли Тага. Ну, я тебя понял, бро, да. Спасибо. Смотрим, что по клипу. Смотрим, что по клипу, друзья. Let's go. Никого тебе не жалко. Меня бы кто пожалел. Сколько годов живу, не встречал такого. Тебя не жалеть надо, понимаешь.
Да, вот по тексту, да, вот такое видео представляется. Тебя боят. По тексту вот такое видео представляется, супер база. А вот по подаче, да, это как будто не ребята, да, в черных майках. Да, 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 вот, 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 вот. Ну, жесть, конечно, да. Хорошие перебивки, антураж, неваляшка, все по базе. Нам пора собираться, мобил в авиарежим. Веди себя чуть потише, когда плитки пакуют джи. Нам пора собираться на дело, строгий взгляд, будто режим. Привыкли забирать свое и все то, что плохо лежит. На циферблат 5-20, нам пора собираться, сумку. Такой модный вайп у тебя, да, бро? Вот тут показана такая, знаешь, бандитская русская глубинка. А у тебя модный звук, да? Не знаю. Ну правда, странновато. Слоны наши, да, за это респект. Лизмяо, приветствую тебя, дружище. Выбираем фрешменов. Да, 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 то есть, ну вот это вся история. Ваши представляю, оскарси мои пацаны голодные, пой среди оскар. Если вы на делах, то дома наши паспорта. Не привлекай внимания, что без улик и без хвоста. Скима с балаклава, джинсы как импала. Хочу, чтоб висели низко, но только одна. Скима с балаклава, мы едем на дело. Превышает скорость. Да, очень-очень странное сочетание. Очень странное сочетание, правда. Очень странное сочетание вашего визуала, текста, музыки и подачи. 220 по нам. Нам пора собираться, мобил в авиарежим. Веди себя чуть потише, когда плитки пакуют джи. Нам пора собираться на дело, строгий взгляд, будто режим. Привыкли забирать свое и все то, что плохо лежит. Нам пора собираться, мобил в авиарежим. Себя чуть потише, когда плитки пакуют джи. Нам пора собираться на дело, строгий взгляд, будто режим. Привыкли забирать свое и все то, что плохо лежит. Мы виснем, будто совы на районе. Ни один брикет не пройдет мимо, за тобой контролят. Мама боится, что я часто меняю номер, но я говорю, что не могу иначе работать. Все, что я хотел, это прославить корнер. Цель на легких денег находиться в паранойе. Моя банда равно грабить, твоя банда работает. Этот джин не знал, куда зашел, и он остался голым. 9-9-3 везде, это не просто лого. Моя стихия солнце, но почему-то холм. Да, да, вот, ну вот, вот, вот. Вот просто покажите, да, картинки кому-то вот, вот из этого клипа и скажите. Вот эти вот все советский вайб, да? Такой советско-улично-дворовой вайб, короче. Это не просто лого, моя стихия солнца, но почему... Надо что-то помягче работать, да? Постарались, правда. Постарались, сделали большую работу, да. И с монтажом сделали, и покрасили норм. Где-то надо вот синева, да, у нас присутствует. Где-то вот желтенькая, теплая. То есть постоянно меняется ночь, день, монтаж. Динамика присутствует, движуха, развитие какой-то истории есть. Постоянно здесь, да, перебивки кадров. Начало было очень хорошее, то есть тематическое, да. Какие-то там перебивки, там дома движухи. Здесь они вдвоем, а то по одному, то вдвоем, да. В принципе, ок, да, но история про
визуалом, да, то есть текст и визуал как бы соответствуют, а сама песня, ее исполнение и формат подачи. Это двоякое впечатление на самом деле, правда. Спасибо, спасибо. Спасибо. В любом случае Лукас надо поставить. Взять в клип месяца я не могу, потому что для меня лично есть некое несоответствие того, что происходит. То есть вот смотрите, да, вот есть очень точное разделение музыки на провинциальную музыку, по-хорошему провинциальную. Это музыка о жизни людей, без какого-то там налета избыточной эстетики, да, каких-то понтов, пафоса, столичных каких-то вещей, да. То есть там эта музыка не про раканье Баленсиаги, да, и формат исполнения у нее соответственный. То есть это такое ближе к андер-истории. Вот у вас вот андер, если бы какой-то был бумбепчик здесь, да, по антуражу. По динамике, конечно, быстровато, но по антуражу такое, да. А есть типа какая-то столичная флекс-история про софиты и стразы. У вас не про это музыка. А в исполнении как будто чуть-чуть оттуда. Поэтому очень странный диссонанс в голове возникает. Может быть, это хорошо. Может быть, вы туда и целились на самом деле. 4 недели назад 100 тысяч просмотров на клипе есть еще, да? Такая вот история. Спасибо большое. Спасибо. Было интересно ознакомиться. 100%. Спасибо большое. Надеюсь, это было полезно.